Так, это, наверное, тот самый путь, вот этот вот длинный с вагонеткой. Забыл назвать. Да. Так, ну и мы, собственно, опять тут. Лифт уже сломан. Так, стоп. Блин, началось. Давай, бах. Давай, бери другую пушку. Бам, давай слеп. Бам, бам, слеп. Только чтобы сзади не эти твари не ползли. Да их можно вообще вот этой вот. Чих, можно вот. Клешню взял. И давай. А, нет. Сложно доставать. Прыгнули, сволочи. Давай. Это что сейчас было? Артефакт, что ли? Сволочь. Что он там делает? Ну давай, спускайся. Ах ты, трус. Сцикло. Да иди ты уже сюда, да? Давай. Нормально. Все, давай. Снимай карантин. Как у вас главный по карантину? Карантин снят. Ну все, красавчик. Так, только трофей сейчас соберем. И нам. А нам в лифт, между прочим. Так, ну и куда нам? Так, мы на каком? А, мы на втором. Все ясно. Айс, дверь в рубку связи открыта. Но у меня странные всплески на передающей частоте. Думаю, нас подслушивают. Будь осторожен. Да уж. Надеюсь, нас не подслушивают. Я уж сюда, по-моему, третий раз возвращаюсь. Мне кажется. 1000 кредитов. Итого у нас уже... 42 575 денежных единиц. Отрубай его последнюю. Все, да? Да, он тут. Ты сколько тут ящиков? Там еще что ли один, блин? Давай, показывай свой жало. Ах ты гад! Ты еще что ли живой? Так, с этого 6, с этого 25. Ну, что-то не густо. Теперь эта дверь открыта. Раньше она была закрыта. Ого! Вот эта тема не радует меня. Подожди, чем его лучше? Рубиновый с него выпал. Давай, бам! Ну все, разобрались. Красавцы, чё? Мы. Кто же ещё-то? Тут кроме нас никого нет из красавцев-то. Да, вот туда он отлетел. Но он немного стоит, по-моему. А, не, рубиновый 10, по-моему. Это, как его, золотой 3. А алмазный вообще 25, по-моему. Так, что там по узлам у нас? 1, не будем тогда.
Идем дальше. На всякий случай сохранимся. Так. Ну, давай дальше. Сейчас тут нас кто-то ждать будет, да? А, ну да, вентиляция. Журнал службы связи. Старший офицер по коммуникациям Бейли. Запись. На корабль совершено нападение, но капитан Матиус упорно игнорирует просьбы отправить сигнал бедствия. Он не объясняет причин, хотя все и так понятно. Мы ведем нелегальную разработку в закрытой системе. Это выяснилось еще несколько месяцев назад, но все молчали. Сос! Это USG Ишимура. Это... Черт! Не верю своим глазам. Вся система связи отрубилась. Все, выхожу из эфира. Конец связи. Быстро едем. Вот про этот путь я... Вот почему там, когда мы видели Николь, у нас вагонетка не была настолько быстрая. А здесь вон какая быстрая. Но здесь некроморфы-то, по сути, не должны мешать. Смотрите, как быстро мы ехали. Отключен. Ремонтная бригада извещена. Передающий кластер совсем плох. Необходимо минимум 6 исправных тарелок для умеренного сигнала. Расположи их симметрично, иначе будут проблемы с питанием. Так, ладно, опять стазис у нас тут. Ну, давай подзарядим чуть-чуть. Давай. Ну, не понял. Все нормально. Так, запись. Ладно, давай, пошли. Там, наверное, невесомость опять. Давай, открывай. Да, скорее всего. Даже, может быть, безвоздушное пространство. Уже 3 силовых у нас. На обратном пути. Если мы так, таким же способом, да, наверное, таким же поедем. Нам надо будет верстачок использовать. И этот, как его? Там могут быть нас сюрприз все ждать на этом пути. Тут что, без кислорода, что ли, или что? Двери прям здоровые. Зона невесомости. Нас уже ждут. Ну, что, он плавает, что ли? Вообще без толку ему, что ли? Без толку. Ну, да, вот этим. Нормально. Еще где-то слышу. А вот один полудохлый уже. И вот еще гад. Смелый, да, слишком. Ну, будешь теперь... О, 2,5 вообще круто дали. Как быстро перезаряжаешься. Так, ну что, тут надо думать. И плюс еще нам мешать будут. Долбанный некромор. Че? Куда что улетело? А, кредиты, я так и знал. 1100. Так, ну что, давай. Никак? Блин, я хотел кинезиса, ну ладно. Так, что дальше? Сложно так ориентироваться достаточно. Ты идешь сюда. Так. Я просмотрю, где еще трофеи. Там еще. Ну, это импульсные заряды. Так, ну что, давай смотреть на схему. Типа все они должны работать, да? Или хрен знает. Немного просто непонятно, что делать. А, заменить их надо. Скорее всего. Или... Или что, они не работающие. Надо заменить, по-моему. Хрен знает, может быть, если я ее сюда помещу, что будет? Нет, они, видимо, совсем сломаны, ведь они даже покореженные. Ну да, скорее всего, заменить надо. Ну фиг его знает. Давайте попробуем вот сюда поставить. Так, а ты идешь туда. Да не-не-не, подожди. Как тебе, можно перебежать? Так, где эта штука? Вот она. Давай сюда вставляй. Заработало что-то?
Ну, допустим, заработала. Но все равно непонятно. Подожди, видимо, на пустые места, что ли, надо поставить? Давай. И как? Вот сюда. Давай. Ну. А там что должно быть? Не пойму задание. Жи. Почините. А, надо круг сформировать. Да? То есть получается... Получается, ты идешь не сюда. Ну... А вот сюда давай. Но если круг сформировать, то, мне кажется, это слишком просто. Если некроморф попрут, значит, что-то правильно делаю. Ну, по сути. Так, да, обычно бывает. Подожди, а где еще? Ну, там где-то наверху я видел. Никак не достанет, да? А ближе нигде нет. Значит, вот это сейчас заменяем тогда. Направляем туда. Ты идешь сюда. Давай. Ближе, давай сюда. Давай, 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 давай. Так, и последний. Ну да, круг, я вижу, сформируется. Так, ты идешь сюда. Туда он давай. Где-то там далеко улетел, нет? Далеко, вот. Ну, вообще далековато. Так, и... Вот так. Давай, ставься. Ну. Е. Возможен прием сообщений. Отлично. Вот, все заработало. Возвращайся в рубку и используй панель управления, чтобы передать Вейлору наши координаты. Отлично. Там задница уже, наверное. Зона гравитации. Что за музыка? Кровать давай. Зона гравитации. Нас тут никто не ждет. Так. Со стазисом все в порядке. Так, а для чего же они мне стазис-то дали? Вот здесь вот. Говорит USM Вейлор. Вызываю USG Ишимура на всех частотах. Принимаем сигнал бедствия. Также подобрали вашу спас-капсулу 47. Выдвигаемся к вашим координатам. Это сообщение будет повторяться каждые 30 секунд до получения ответа. Что? Это же та капсула, что вышвырнул Хэммонд. В ней была заперта одна из этих тварей. Капсула? Нет. Нет, этого не может быть. USM Вейлор... Ответьте, Вейлор! Нам не хватает мощности. Я открою створы шлюза, чтобы не мешать сигналу. Ошибка. Створ шлюза заблокирован. Свяжитесь с ремонтной командой. Черт! Айс, к корпусу прицепилась огромная дрянь прямо над кластером антенн. Органического происхождения. Не знаю, что это, да и черт с ним. Если мы не откроем шлюз, то не сможем связаться с Вейлором. Эта штука в пределах поражения пушки 48. Бегом туда и распыли к чертям этот кусок дерьма. А что все такое хоть нечетко, только что было мутное? Мне показалось. Так, ну чё, погнали. Куда нам, назад, да? Вот и верно. А чё с капсулой, они не справятся, что ли, с этим чуваком? Ну, монстром? Он же вроде обычный некроморф. Или они, он заразит их. Там кто-то шкачет, да? А что он нам сделает? Что, мы его раздавили, нет? Я сейчас за тобой вернусь, слышь, маленький. Давай назад поехали. А вдруг у него, может быть, трофей какой-нибудь там, силовый узел? Или там какие-то там 10 тысяч кредитов, не знаю. Опа! Нифига себе. Ты что, тут катаешься, что ли? Охренеть. 3000. Может, правда, с того маленького могли дать очень много денег, очень много ресурсов. Вали отсюда. Сейчас
проверстим что-нибудь. Проверстуем. Давай по плазменному, что у нас там. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть. А по иксу? Ой. По иксу. Можно здоровье качнуть. Ладно, давай, давай стазис докачаем уж. Так, только как, блин? А, ёлки зеленые. Это нельзя, да. Ну вот это можно. А чем отличается вот это и вот это? Наверное, ничем. Все, объем максимум. Скорость еще можно качнуть. А, ну все, больше ничего. Что-то там очки какие-то, ну ладно. Так, давай посмотрим, что у нас теперь. Двадцатка по объему. И пошли дальше. Нам в лифт. По-моему, он закрыт был, да, наверное? Никого. А, мы опять возвращаемся, наверное, к той пушке уже во второй раз, получается, да, или в третьем, наверное. Так, ну чё? Костюм недовольного Кларка. Во, ящики. Чё это он открывается, когда я подхожу, что ли? Так, а тут что запрятали? 1200, а там? 6 патронов. Нормально, нормально. Так, вот эта дверь странная. Огромная, прям. За ней что-то, да, за ней пушка та самая. Чё-то как будто мутное все какое-то стало. О, еще один силовой, ну это круто. Все, давай. Где твой резак-то? Включено вручное управление. Блин. Зашибись. Началось. Что, он такой умный, что ли? Завались, органика. Это огромная хрень, да? Взрывоустойчивый шлюз связи. Юэсэм Вейлор, это Кендра Дэйла, борт USG Ишимура, прием! Не открывайте спасательную капсулу! Юэсэм Вейлор, это Кендра Дэйла, борт USG Ишимура, прием!
Айзек, вали отсюда. Да тебя плохо слышно, Николь, слышишь? Кларк что-то досмотрелся. Так хотелось поговорить с кем-то. Тут все разваливается. Айзек. Айзек, ты там? Слава богу, ты в порядке. Я пытался добраться до тебя. Кто-то посторонний блокировал сигнал моего леса. Столкновение разрушило блокирующий передатчик. Хэммонд, где ты был? Пытался выжить. Я смог немного подлатать себя. Слушайте, я отменяю эту миссию. Задницу Си-Си и командную цепочку. Мы должны валить отсюда. Давно уж пора. Кажется, я нашел челнок на пассажирской палубе. Судя по записям, у него отсутствует сингулярный конвертер, но уверен, мы найдем один на его борту. Я видел, как он застрял кормой выше моря. Я собираюсь пробраться туда и найти путь внутрь. Встретимся там. Конец связи. Айзек, если он говорит правду о челноке, у нас есть шанс бежать отсюда. Отправляйся в грузовой отсек и помоги ему. В таком состоянии он не справится. Конечно, что же еще-то? Справимся все сейчас вместе.